О, здорово. Привет, с утра пораньше, ты опять снимаешь. Я, да. Как ты, выспался в поезде? Вроде более-менее, но... Ладно. Мы на ласточке туда летели. Пойдем спать. Есть. И спать. И есть, и спать. Отельчик. 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 Ресторанчик. О, прикольный коридор. Классный номер 320. Это очень классное число, потому что это как 160, только в два раза. Редкое зрелище. Басика в очках. Стой. Я на самом деле испугался, подумал, что кто-то открывает дверь из туалета просто. Вот это номер. Вот это номер. Вот здесь прям есть где развернуться. Великолепный, приятный, трехместный номер. Просто один здесь. На минималку. Великий Басик. Великий ужасный. Так, мы идем гулять по Великому Новгороду и наслаждаться свежим воздухом. То, чего в Москве пока, ты не встретишь. Да, пока еще у нас всего еще, 7 часов утра. Да, здесь не жарко. Хорошо. Смотри, как это будет делать профессионал. В смысле? Хватит. Люди без разминки. Да, это Миша без разминки был. Я тоже без разминки. А Миша еще и моложе тебя. Но он не справился. Школьники забегают, а ты что, не забежишь? It's not. На самом деле, человек-паук, видите? Ты человек-пингвин, который пищит. Мы пришли в парк, и сейчас посмотрим на площадку, которую мы будем сегодня открыть. Почему она не огорожена? Почему она не огорожена? А что рабочие спят, они с утра придут еще. И огородят ее. Нет огорода. Еще будут вестись работы по благоустройству. Давайте, блин, это не 5 на 5 метров, это топовая площадка в парке, свежий воздух, деревца. Никакой тебе жары нет. Огонь. Посреди прям... площадки красивое дизайнерское дерево. Посреди площадки красивое дизайнерское дерево, да. Его посадили специально 20 лет назад. Его, кстати, площадку всего подмели, вымели. Нету грязи, нету... Но это не кенгуру. Это вообще не кенгуру. Очень сильно не кенгуру. Нет, я могу сказать, что это сильно не кенгуру. Это даже сильно не копия кенгуру, учитывая вот эти вот... Вот это вот. Вот это некрасиво, ребят. Ну не серьезно, что так делать. Ну, блин, можно было болты брать покороче, я не знаю, там. Хомуты, кстати, хомуты маленькие. Краска топовая? Ага. А ее перекрасить должны были. Перекрасить? Ну, в смысле, переделать, там были несколько... РМК, Новгородский металлургический завод. Смотрите, база для новичков. А это там уже что за эти вот вокруг людей? У него кровь из носа идет? Вращаться? Чтобы вращаться. Ну, широкого официальная это. Позиция кенгуру, чтобы высокого. Не расшатывали. Высокого имеется в виду, не широкого. У тебя есть еще примерно 2 часа, чтобы взять восьмиугольник, да, и шестиугольник. Почему восьми? Шести, да. Шестиугольник и сделать себе турник. Сколько это ты раз подтягиваешься? В среднем, ну, раз 25. Браво. Вопросов нет. Он еще будет, сейчас вот открытие будет во сколько? В 3 часа дня. В 3 часа дня здесь будет открытие этой площадки, он там выступать будет, мастер-классы показывать. Ну, замечательно. Так что приходите. Да? Он поделится опытом. Я просто пока продумал. Привет, да, тебе интервью дать? Про хорошо, давай. Там интервью. Почему? Я привыкла быть на постоянной камере. Ну, держи камеру, тогда послушай. Не проблема. Ну так мне будет неудобно. Вот, вот, поэтому я буду держать камеру. Хорошо, давай. Привыкай. Давай познакомимся. Да. Меня зовут Антон Кучумов. Да. Подожди, я включу микрофон. Хорошо. Как, если не говорить маме, что тебе с тобой телефон? Как? 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 Как?
вообще пошло это? Воркаут появился в 2009 году, и это скорее как такая уличная субкультура, которая объединяет, с одной стороны, необычный подход к тренировкам, с другой стороны, социальную активность, и с третьей – стремление к разностороннему развитию. И его придумали мы еще в рамках паркур-сообщества One More Day, вот тогда давным-давно, для того, чтобы вернуть интерес у людей к занятиям спортом на улице, к тренировкам, к здоровому образу жизни. Пока нет. На данный момент воркаутом в России увлекается около 100 тысяч человек, и это очень мало. Мы считаем, наша цель как минимум 1 000 000. Поэтому потихоньку вот география расширяется, то есть вот Великий Новгород пришло, все благодаря, опять же, куратору нашей бесплатной программы «100-дневный воркаут» Дмитрию, но впереди еще долгий путь предстоит пройти. Вы сегодня приехали в Узбекистан, или еще какая-то сеть? Да, посмотреть на площадку, посетить открытие, пообщаться с ребятами, обменяться опытом, в том числе с ребятами из Санкт-Петербурга, которые тоже специально приехали, потренироваться всем вместе, посмотреть город. Вот. В принципе, у нас есть программа, в рамках которой мы ездим по России, посетили уже порядка 80 городов за последние 5 лет. Вот первый раз в Великом Новгороде, нам очень интересно. Так я же его создал. Я один из трех человек, которые его придумали в самом начале. Вот мы с друзьями собрались и придумали такую штуку. Ну, как ты вообще, почему начал заниматься? Наташа сначала собиралась. Ну, воркаут — это не экстремальный спорт. Нет. Воркаут, наоборот, построен на здоровье, на саморазвитии постепенно. Наша задача, чтобы люди становились более здоровыми, уверенными в себе, сильными, красивыми и так далее. Доступным способом, то есть с минимальными затратами времени, без денежных каких-либо затрат. Я пришел в это все дело, потому что самому мне это очень близко. То есть я сижу с компьютером по 10-12 часов в день, у меня нет времени, нет желания куда-то потом ехать заниматься, а тут вышел во двор на турнички, поделал подтягивания и получил отличный результат. Девушки могут у вас заниматься? Не только могут, но и занимаются. Вот сегодня ты увидишь Татьяну и посмотришь, каких результатов может добиться девушка, если будет заниматься. А соревнования у вас проводятся на профессиональном? Нет, соревнования и воркаут-культура, они отделены друг от друга. То есть задача не в том, чтобы стать лучше кого-то другого. Задача в том, чтобы стать лучше самого себя и помочь кому-то другому стать лучше. Вот делаем акцент именно на этом. Нет смысла соревноваться с кем-то еще. Лучше помогать другим становиться лучше, и тогда все будут выигрыши. Ну, ты вот часто путешествуешь по городам России? По-разному, то есть во многом это зависит от того, есть ли в городе инициативная группа воркаутеров, которые все это продвигают, есть ли поддержка администрации, либо каких-то частных компаний, как вот в нашем случае с РМК. По-разному. Но постепенно воркаут набирает оборот, становится больше занимающихся на турниках людей, и все становится лучше. Пожалуйста. Вот такое вот интервью. Уровня. Под ваши аплодисменты, перерезание ленты! Официальные выступления, давайте поддержим, дамы и господа! Anytime Workout, Великий Новгород! Для того, чтобы лучше видеть все, что происходит, рассортируйтесь вокруг площадки, почувствуйте всю прелесть, всю мощь! Уличная тренировка, ласточка, кадр первый, дубль первый. Я узкого хвата хватает. Где у вас? Там не было узкого хвата, давай. Ну, с прогибом небольшим наделаешь. Вы похожи на манекен-челлендж немного, ребят, сейчас?
Ноги у нас не отрываются от земли, мы не сужаем, не переставляем, не танцуем. Если кому-то интересно, будут фотографии с мероприятия, можно их будет найти в группе ВКонтакте ребят, которые занимаются воркаутом. Воркаут в Нижнем Новгороде, я думаю, найдете. Вот, если что, спросите контакт у них, посмотрите фотографии, зайдете в Инстаграм, поставите хэштеги «Воркаут Великий Новый», «Воркаут Масса», открыли площадку, все круто. Стоим. Итак, три девчонки у нас пока зашли. Слишком рано ты порадовалась, слишком рано. Нет, это было очень больно. Три у нас девчонки осталось стоять. Это ниндзя, это тебе не воркаут. Васик, три! Воркаут! Великий! Новгород! Красавцы! Мы шутки шутим, естественно, мы не сделаем. Так говорят перед тем, как сделать. А тут еще далеко. Тупой, голова. Видите, давай танцуем вместе. 60, мы рады, что вы, большинство из вас были впервые на новгородской земле. Да, и мы рады, что вы не приезжали раньше. Вот. Да-да-да, мы рады, что вы впервые. Да нет. И мы хотим от нас вам подарить по небольшому презентику. Да-да-да. Вот, надеемся, вам понравится это все. Ну, это, знаешь, земля с червячками. Да-да-да. Спасибо. Спасибо. И еще у нас там еще есть ребята. Я хотел заснять момент прощания. Слезы такие на глазах. Изобрази слезы. Видишь, ей не жалко, что ты уезжаешь. Мне точно надо в актерское. Надо, поступай. Нет. Почему нет? Ты можешь быть актером-воркаутером. Да? Или актрисой, скорее, воркаутером. Я сломала ногу, дайте мне первое место. Нет, это тогда в футбол тебе надо. Я спрячусь в тень Дмитрия. Я тебя закрою своей широкой спиной. Тебе надо еще тренить. На меня солнце попадает. Да. Ну я тебя закрыл. Иди в актерское, потому что, видишь, это сигнал. В школе я остался, в Питере. Пока. Все, Питер от нас уезжает. С собой забираем. Светлое будущее. Будущее уезжает? Светлое и... Ну, они... Часовые пояса, они в ту сторону. Они в будущем или в прошлом? Один часовой пояс в Москве. Ну, мало. Но все равно, поезд-то один, но так-то они в будущем, понимаешь? Они раньше увидят восход. Нет, не раньше, они в прошлое уезжают. А, пока, ребят, пока. Они в прошлое уезжают, до свидос. Итак, мы пришли на площадку компании Workout City. Впервые за долгое время. Мы никогда не были на их площадках. И Басик сейчас выразит наше мнение об их площадке. Это очень. Да. Это реально очень круто, ребят. Смотрите, объясняю. Длинная змейка, на которой можно заниматься. И она на хорошей высоте. Это охренительно. Шведская стенка с нормальными расстояниями. Это очень круто. Брусья, смотрите. Брусья не для карликов. Огонь. А брусья? Ты что имеешь против карликов? Брусья для... Смотрите, длинный турник. И очень длинный турник. А? Ага, именно. Да, широкий. Длинный турник. Широкий. Куда? И очень широкий. Куда? Причем толстый. Ну, хочешь сюда. Толстый широкий турник. Да, это странно, что он толстый, но толстый, тем не менее он широкий. И вот еще много толстых широких турников. Workout City. Блин. Четко. Что еще есть? Лавочка, на которой можно качать пресс, драконий флаг и вещи складировать. И есть маленькие брусья, чтобы учить стойку на руках. И все? Только ты будешь заниматься? Да. Персональная площадка? Да. Вот так вот. А вы говорите, что в Москве все хорошо с площадкой. Здесь вот у людей вообще персональные. И рукоход в центре. Коротенький, но тем не менее. То есть, блин. Это великая площадка. На самом деле, блин, площадка компактная, но здесь есть все, что нужно для полноценной тренировки, кроме навеса, наверное, и тенька. Потому что летом нет деревьев. Если не пересадят готовые деревья. Да, вот это единственный большой минус, что здесь нет деревьев. Хотя это парк, и я думаю, они потом засадят, и они будут. Через 20 лет увидимся снова на этой площадке.
и вы увидите, как здесь станет топово. Вот новгородцы на акцию посадить дерево. Посадить дерево, да. Прямо здесь вокруг. Да. Ну, как бы нет, но они... Ты больше... видел мозоли Мурата? Они в смысле стер, в смысле ощущения. Ощущение стертости мозоли. Когда ты летишь, ты понимаешь? Тебе надо визуализировать, что мозоли не стерты, и все я будет хорошо. Я визуализирую, что мозоли не стерты, поехали. Давай. Пэм! Просто бро топит на турниках. Невероятно, невероятно. Живо. Отлично, все, больше ничего и не надо. Сейчас Миша что-нибудь покажет. Язык, например. Учись обмазываться. Выход, пулап. А, Миш, мы не снимаем, если что. Отлично. Извини. Камера подошла. Итак, ребят, мы идем обратно на вокзал, на поезд в Москву. Это был отличный день. Спасибо Диме, который все это организовал, открытие площадки. Спасибо компании РМК, которая построила эту площадку. Спасибо Басику, который отвел это мероприятие. Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Было здорово. Всем спасибо, кто был с нами сегодня. Спасибо за просмотр этого видео. Если понравилось, то строите площадки в своих городах, и мы приедем их открывать. И до встречи в следующих роликах. Самое главное, короче, ребят, колокольчик. Вот без этого вообще никак. Колокольчик, очень да. важная функция. Я вообще вот прям без него жить нельзя. Узнал? Да это без... Я вообще не понимаю, нафига эта хрень нужна, честно говоря. Это просто YouTube издевается над блогерами. Ставьте на колокольчик. Что? Чтобы, да, все такие блогеры такие. Ставь, жми лайк, подписывайся на канал. И тут, чтобы как бы больше, знаешь, перечислять, они добавят колокольчик, знамя какое-нибудь. А вот еще что-нибудь. Я не буду перечислять пол видео, знаешь, в конце видео. Так, а теперь делай то. Переводи деньги на наш счет. Да. Квартиры в ящике абонентском. Ты думаешь, это мы придумали этот колокольчик? Думаешь, это мы? Это гребаный YouTube, потому что без колокольчика... Оставляй свой номер телефона, не буду больше. Тыкни на e-mail, поделись раньше в соцсетях. Ты делал видео, и все, кто на тебя подписан, узнавали, у него вот будет новое видео. У него... Ты никто не смотрит подписки. Какой нахуй колокольчик? Ты я смотрю подписки. Ты слишком стар, никто не смотрит подписки. Я смотрю тебя в подписках. Стар. Я, кстати, стар. Подписан. Я подписан. Я подписан, я следил за его передним весом. И будем... Ага.